Здравствуйте! Хочу вам представить инструмент, незаменимый как в строительных работах, например, чтобы установить опоры для ограждения, так и для особых случаев, когда вы наконец-то вырвались с друзьями подальше от городской суеты на зимнюю рыбалку. Мотобур Hummer MTB-60. Его мощность 1470 Вт или 2 лошадиные силы. Оснащен двумя рукоятками, на которых расположены кнопки пуска и его блокировки. В зависимости от решаемых задач, вы можете подобрать к буру разные шнеки, вплоть до 25 см диаметром. Современная система погашения шума, 110 дБ и не больше. За безопасность работы отвечает система быстрого торможения бура. Вместительный бак для топлива объемом в 1,2 литра позволит реже заправлять инструмент. Праймер для подкачки топлива. Инструмент имеет относительно небольшой вес, 12 кг 300 грамм, и облегченную рамочную конструкцию, поэтому транспортировать бур достаточно комфортно и легко. Для более продолжительной работы инструмента мы рекомендуем масло Hummer Flex для двухтактных двигателей. Вы не забывайте, что мы рекомендуем только качественную технику.